Тиамин – препарат, который позволяет нам работать комфортно в любых условиях с пациентами. И для докторов он удобен прежде всего тем, что отсутствует так называемая холодовая цепь во время доставки препарата к нам с вами. И далее мы до момента восстановления препарата можем его хранить при комнатной температуре. Напомню о том, что это зарегистрировано в инструкции к препарату «Ксиамин», что до момента восстановления мы можем хранить препарат 3-4 года при комнатной температуре. А после восстановления небольшое оставшееся количество единиц, если уж таковое случилось, мы можем хранить в условиях плюс 2, плюс 8, и, соответственно, он также будет эффективно работать. Следует отметить особо, что высокая стабильность препарата доказана была также в клинических и дорегистрационных, в том числе, исследований, когда препарат «Ксиамин» хранили при температуре плюс 60 градусов. Я надеюсь, что у нас такой с вами жары не будет, но тем не менее, если вдруг она случится, то только препарат «Ксиамин» сохранит свою стабильность на протяжении 3 месяцев хранения при этой высокой температуре.